выходные дни. Что делаем сейчас? У нас еще не наряжена елка. Но Дед Мороз уже каждую ночь забегает. А может быть, каждое утро. А может быть, иногда. Наш Дед Мороз, наша ласточка. Видите, вот целая традиция упаковывать подарки. Часами готов на это потратить время. Кому подарки? Да-да-да. Кому подарки? Подарки будет смеяться собакам. Вот у нас в семье есть 4 собаки. Одна. Две больших и две маленьких. Two puppy and two cow, да? Две коровы и две маленьких. Упаковывает для собак, чтобы вы понимали всю значимость Рождества. Christmas. Не Christmas, а как-то Дед Мороз, как по-английски-то я забыла. Christmas. Нет, man. Santa. Santa, yes. И Santa. Maybe today. My Santa. Uh-huh. Да. Важная деталь. Это коллекция Феликса. Стеклянных шариков новогодних. Они все играют с батареями. Очень красивые. Я продолжаю украшать дом. Я совсем забыла вам. Да, я вам говорила про этот прикол. Только у меня так может быть. Здесь коврик. И здесь коврик. Так, мне надо украсить дверь. Я уже здесь все украсила. Муж говорит, Мишку надо убрать. Это не в тему. Так что буду делать сейчас. А все коммуникации я сюда засунула. Здесь вот взяла от компьютера такую штучку. Очень удобно. На кнопочку нажала, они загораются. Чтобы розетку не трогать. Сейчас здесь еще есть розетки. Сюда подсоединю дверь. Один из последних штрихов. Я хочу вот этот бант расправить. И его... Чтобы у него было освещение. Потому что я... Сделала освещение здесь. И сделала освещение двери. Но я еще не подключала. Я не знаю, как это будет смотреться. И сейчас я сделаю освещение этого венка. И я думаю, с декорацией будет закончено. Что я отнесу к декорации нашего дома? Извините, вот такой бордельер. Это... Поздравительные открытки. В Америке это огромная составляющая. Ни одно мероприятие не происходит без поздравительной открытки. Особенно Christmas, да? Christmas gift card это обязательно. Вот для своих работников Феликс готовит поздравительные gift карты. Для родственников. Поэтому здесь большая коробка. И много разных открыток. И для каждого лично он подпишет и вручит, и отправит по почте. И вот это традиция, да? Это big tradition. Polish candy!
А, да, 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 окей. Окей. Что у меня? Сколько карт написал? Столько карт. Молодец. 20 more? 30. Ага. А мои parents? Do? Одна из самых любимых декораций на Крисмас это вот эти носочки. Видите, на каждом носочке написано имя. Это большая благодарность моему супругу. Вот этот вот непонятный валенок под названием Феликс. Я не знаю, сколько ему лет. Шучу, конечно. Но это все придумал Феликс. Вот ему, видать, кто-то это подарил. И вот у него синий носочек. Достаточно такой старенький, но все равно. В первый год, когда мы съехались, это было в ноябре. В конце ноября, как раз за месяц до Крисмаса. И вот в одно из прекрасных предрождественских утренних завтраков я смотрю, а там у нас три носочка висят. Такой молодец. Теперь у нас есть свои носочки. Правда, камин по-прежнему не работает уже целый год, потому что у нас на выхлопной трубе поселились птички. Может быть, они весной все время и все лето там живут. Сейчас их там нет. Может быть, мы их почистим и будем в этом году наблюдать огонек. Это очень романтично. В первый год, когда я приехала, огонь был. Алекса, please play Christmas song. The station, holiday favorites, free on Amazon Music. Наше украшение, наш дом. Под праздничное настроение. Радмила, если ты здесь, сейчас попадешь в кадр. Мне очень нравится вторая половина дня, потому что солнце падает на living room, на кухню, и очень красиво. Алекса, next song. Классно. А теперь посмотрим, что у нас снаружи. Ну, подарков уже Дед Мороз. Надо срочно Дед Морозу что-то покупать. Одним из завершающих штрихов в декорации, декорации дома. Дома. Да. По канону. По канонам американских традиций, да, является пряничный домик. Он тут мягенький? А-а, это печенье. А, это печенье. И потом целый год там на холодильнике будет стоять. 15 лет. Я первый раз такое слышу, чтобы она должна там стоять. Так, Аделя будет собирать. Ну, давай. Он лежал тут целые 2 недели. Никто ни у кого руки не доходили. Вот у нас одно письмо идет в Россию. А вот мы уже начали получать письма поздравительные. Традиционный пряничный домик готов. И, по-моему, это уже последний декор для нашего дома, потому что все уже наряжено. Пряничные мальчики остались не у дел, по-моему, их сегодня съедят. У меня младшая дочь что-то очень полюбила этот домик, пока она доделывала его, она уже тут подгрызла все. Я говорю, подожди, дай мне снять видео. Наши подарки увеличились. Елка уже меньше на фоне подарков.
Я надеюсь, что открывать мы будем вместе с вами. Я обязательно сниму видео, что тут у нас будет. Так днем выглядит наше украшение. А так выглядит украшение в городе. Вау, смотри-ка. Download the new Star 104.5 app for your tablet or smartphone. Приготовился такой. Смотри, как красиво. Вау. So beautiful. Yeah, it's true. Need it. I don't want it. I need it. There's the word tent. Need. Yep. Он всех переплюнул. Wow, that's cool. Теперь будем здесь стоять. I gotta buy that. Hope it's on sale. That's cool. Вау, здесь тоже Big Tree. Они все пластмассовые, они не надувные. Все лампочки подведены. Да-да.
house same, только не то. Там вертолет наверху. Все бесплатно или Феликс здесь это Little Pay? Там тоже лист, там тоже радио. Вы посмотрели, как украшен наш город, как люди украшают дома. А теперь смотрите, как украсили мы. Вот так украшен наш дом. Так он. Феликс, так понравилось? You like it? Yeah. Ему так понравилось. Теперь он говорит, может, ты еще гараж украсишь. А гараж-то еще не украшен. I like it too. You want one more? Можно домой флаг будет. Не знаю. На этом я с вами прощаюсь. И встретимся в следующих видео.